Итак, приветствую всех. Коннектимся к брату. И погнали. Во славу императора! О, здоров. Хе-хе-хе! Здорово, братиш! Ну чё у нас там? Куда мы там надо достичь? Записано мне. Проклятие! После всего, что случилось. Хорошо. Брат, не оставляй нас в неведении. Тебя это не касается. А, всё, брат Кайрон. Ты критикуешь капитана за то, что он скрывает информацию, но поступаешь точно так же с нами. Погнали, да. Я уже поплатился за лишние разговоры. Так ты не доверяешь нам? Братья, по поводу пулеметчика этот самый. Как там есть многозарядный дробаш? Ты, в смысле, в коопе попробовал? Да. Да, в коопе. Ну, в том месте, который мы проходили. Блять, там охуенно, он в мели, короче, высекает просто район, локацию, куда попадает этот плазм, сгусток. Я что-то не помню такое в лоре. Хотя, наверное, есть, да, это логично. Ой, а чё это? Есть там. А чё это с корабликом-то? Чё-то он какой-то... Того, этого, что-то которого. Да. Как бы он в нас сейчас не влетел. Слышь, Тандерхок, ты приземляться будешь? Походу. Ну? Ники, ты подкоцаны. Еблысь. Да эти ж вы безупречны. Чё? Насколько серьезно загрязнение? Хрена себе, фолюс. Так, тут вроде как все нормально. Это намного меньше допустимого. Звук, звук 100% все правильно. Пойдем. А, точно, да. Не, я думаю, что... Красиво одеть на себя. Не, думаю, что мы не можем. Это типа внешку. Мы с тобой на самом деле очень немного прошли на самом деле. О, зато можно взять снайперку. Хэви-болтер можно одеть. Да, и хэви-болтер. Вот я хочу хэви-болтер одеть. Блять, почему вот ту пушку можно разукрасить, чтобы она была красивой, а хэви-болтер нельзя? Чё за нахуй? Так, хэви-болтер это не этот самый. Плазменный пистолет. Ну, я понимаю, да. А там еще два каких-то непонятных. То есть мы, походу, здесь так и будем ходить, а вот в коопе, да, там будет нормально. Ну все, в коопе там вообще полный пиздец, там охуенно. Это охуенно. Я надеюсь, там еще и другие сложности появятся. Там есть другие сложности, мы их просто не видели. Там есть вот первая, там все 4 штуки, по-моему. Я пробовал выбросить с посаждением и сказать, что мотивационный уровень достаточно высок. Брат, ты чем-то взволнован. Что случилось? Лишь глупостью и безрассудством. Надеюсь, речь не о нас. Ну да, они ж там... Если вы поклоняетесь амнисии, точно. Тогда я разделяю твое негодование. Ну ладно. Не помню, что мы делаем, но мы кого-то пиздим. Но мы же идем этого по-прежнему искать, этого педика. И то, что они пытаются восстановить этот гребаный артефакт из первой части ГНБ. Педики. Как говорит Саня Мазуренко, потому что они педики! А нахрена они пытаются его восстановить, блять? Еле отбились тогда от этого хаоситского лорда, который при помощи него вообще в демона пытался превратиться. 100 лет отслужил уже, блин, за это. Нет, надо опять в это говно влезть. Так, храм Тася. Спасится Мориаса Люза. Ну, того самого, которого мы нашли, где он наконец-то. Чуть не померли от этой черной дыры в жопе. Во славу императора. Слуга машины называется миссия. И вот опять хаоситы, и опять они на фоне, и опять их не видно. Опять только тираниды так на этом самом. У них на посылках. Кстати, если мы корабль тиранидский убили, то откуда тираниды по-прежнему в секторе? У них что, не один корабль? Наверное. А, я с братом разговариваю, в миссиях же и в роликах не показывается. Храм находится в части города под куполом. Мы приземлимся снаружи и зайдем со стороны. Повторение, посадка! Фиксируемся!
пью Юпитера. А я, братиш, с тобой разговариваю все это время. Техники уже в пути. Забыл, да, забыл. Короче, запахло пора и Нексусом. Это трехсерийный сериал, вышедший на Game Workshop в плюсе. Он доступен на Рутрекере и вообще доступен в онлайне. Советую посмотреть, очень хороший сериальчик. Вот, про некронов там, правда. Но то, что сейчас происходило, и похоже на тот сериал в том числе. Ну, это вселенная Ваки. Короче, они заебали... А что я с бензопилой? Потому что я забыл меч надо взять. Ладно, похуй. Они заебали, блять, этот ебаный артефакт таскать. Но прикол не в этом, а в том, что эти... Опять хауситы на фоне. Опять тираниды в виде мяса. Да. И главное, мы же корабль тираницкий убили. Почему они до сих пор еще живы и летают? Так это был только один, там уже у них целая сама, блядь, целая... То есть у Улья не один корабль? Да. Конечно, не один. Так и у Империума не один корабль. Ну правильно, там же вон батлбаржа, два этих самых, да, там много всякого было. Уничтожим. Там целый флот был. О, гомосеки. Давно не виделись. Слышь? Ну нахуй тебе пила меч под самое яйца. Ой, ебать, я забыл, что их тут бывает прям до хуя, да? На тебе твой собственный коготь, скотина. Блять, я уже весь в говне, братиш. Я просто весь уже в дерьмище, в говнище. Боеприпасы? Коварный соперник. Так. Ищем еще, да, тут же все время надо еще. У меня норм, бери. Если тебе не хватает, бери. Так, нож это для лохов. А, вот еще вижу боеприпасы. Да, для тыканных снайперов. Да. О, еще, братиш, еще боеприпасы. Я разбил. У меня фулка вроде. А, да, тогда я заберу последний. А, у меня тоже фулка лол. Не-не, нормально, пойдем. Это ящики. Где самые? О, да. Миско, миско. Кадианцы, ёпта. Ну, слава императора, смотри, хуярево. Что-то интересное. Болт-карабин-разжигатель? Ух, нихуя себе. А что это такое? По три патрона, но с прицелом снайперским. Что-то мне подсказывает, что я хочу попробовать. Такая ДМРочка по три патрона. Интересно. О, силовой меч. Вот, силовой меч. Заменился. Болт, винтовка, сталкер, говно. Блять, я думал, это красная бочка, это жопа этого самого. Раба. О, удерживаете РБ на силовом мече, чтобы переключиться между силовыми и скоростными стилями. Вот оно что как. Да. О, братиш, да, это хорошая винтовка. Именно вот в рейнджу. Пострелять там по кемперам, по всяким. Ужасает тут только смрад, что он скачет. Так, ты хуйня. Не-не-не, он уже того. Я его уже того. Оп, сука, или я РБ не успеваю нажимать, ЛБ точнее. В голову себе постреляют, блядь, как хуйня. Хайрон, мартист. А у меня тут, братик, еще какой-то товарищ стоит из Астра Милитарум. Нихуя. Во, вот он. Кайрон, хвала императору. Ты видел, кстати, что у Кайрона... А, братик, ты меня не слышишь, да? Блять. Иродроп порвал их на части. Нам надо перейти мост. Пока твой там, будь на ту сторону заказан. Чем мы имеем дело? Он защищен с тыла, для штурма у нас недостаточно людей. Кадианцы удерживают мост, но несут большие потери. Занимайте позицию у моста. Мы разберемся с ним. Хорошо. Мы отомстим за них, брат. Береги себя. Особый прием.
Тирадал, телем пизда. Да, у меня два вопроса еще. Исходя из того, что игра очень сильно на первую часть осматривается, вот сейчас вот этот ебать там говнарей. Короче, где Леандрос? Где тот пидорас, который предал Тайтуса еще в первой игре? Дело в том, что я не знал про это, когда играл в первую игру. Мне показались его действия типа нормальными, потому что он, ну типа, вызвал инквизицию на возможного еретика. Но оказалось, что по лору это очень неправильно. И первый, кого он должен был вызвать, это свой собственный чаптер. Капеллана и свой собственный чаптер. И там должны были. То есть он прыгнул через голову, как боец. И это очень плохо. Типа... То есть Леандрос не просто плохо поступил, он предатель своего ордена. Он лишил его капитана, и вообще очень плохо. И у меня вопрос, где он? Вот. Может, этот пидорас в красном шлеме — это Леандрос? Я все жду, когда какого-нибудь космодесантника покажут, который Леандрос. Вот, и рука Кайрона, ты заметил, да, еще в корабле? Забил ею этого зверя до смерти. Вот, Лорел, но это Лорел не Леандрос. Свершив отмщение. Ага. Да, я не заметил, что у брата Кайроса, Кайрона, точнее, рука металлическая. Только вот в корабле. Я заметил, да, это было прикольно. Да. Вот, вот на этой миссии в корабле. Как у нас лифт? Блять. Да, нормально он пошел. Ты это видел вообще? Просто шахта кончилась. Такой чув. Подлетел на страну, думал, о, точно, по-любому нашли, мы его еще использовать можем, он еще не так плохо. Можем, можем, да, да, да. Он исчез. Болт карабин Маркман, но это... Нет, у меня разжигатель, это другой болт карабин. Заряжаю патроны. Угу. Че у нас по патрикам, нихуя пока. Силовой меч мне очень нравится, вот в этой игре он хорошо сделан. Я жду молотка. Ты про топор, топора нет нигде в игре. Кстати, да, вот развитие событий. Да, да, топор, кстати, силовой тоже должен быть, он в первой части был. По ящикам, братиш, можно сечь. Боеприпасы нужны? Здесь можно пополнить запасы. Тут еще есть боеприпасы. А, все, тогда я беру. Опа! Кайрон, 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 Кайрон! Ты, ты охуел, Виктор, блять! Сюда иди, животное. Сзади. Я на... По-моему, на скеле, блядь. Где он? Да, красная атака, я не отпрыгнул, никто уже блокировать пытался. Где Ликтор, блядь, ебучий? Где он? Где-то здесь. Слышу, суку. Вот он. Не будет нас выслеживать. Хорош, ладно, плохо. Убили, убили. Вот что-то нога валяется. Люблю эту игру, ноги валяются. Да, есть такое, так, надо проверить. О, вижу боеприпасы, ну точнее ящики вижу какие-то. Явно что-то есть. Да, стимы. Пистол и еще один припас. Здесь-то нашел припасы, забирай себе. Да, забрал, забрал, забрал. У меня не фуловые, но... Что-то есть. Чисто там. Защитная реликвия? Релик. Возьми. Возьми реликвию. Да. А что он дает? Нарез, типа. Ага, круто, круто, хорошо. Пускай. Гарден реликвия can be used to recover from incapacitation. То есть ты его юзаешь и, и встаешь, короче, сам. И сам встаешь, да. Нормально, нормально, хорошо, что. Блин, я вот тоже думал, что неужели мы больше не поиграем там до понедельника, до вторника. Я хотел сегодня поиграть, но вот тебя ждал, слава богу, потому что я... Мне нравится. Ну я вот с утра что поиграл, потом сходили чего в магазин, хорошего? Все сделали, все, что надо было сделать. Или я сейчас фотки фотографирую, думаю, ну это дело надолго, и как минимум точно одну миссию. Ну, миссеечку, да, миссеечку. Я тоже на миссеечку, потом пойду мыться. Вот. Ты ведешь себя странно. Роешься в засекреченных файлах. Не рассказывая нам ничего. Гадриэль, мы заслуживаем знать, кто нами командует. Это справедливо. Разговор окончен. Почему он не хочет рассказать? Он что, боится, что они его в ересе обвинят и не будут подчиняться ему? Странно, мы же братья. Мы. Так что мы. Ну, да, да, да. Не будем рассказывать. Да-да-да, я понял тебя. Логично, да. Мы братья. Они нет. Ну, блин, тоже странно, мы же из одного ордена... Боремся с одним врагом, неужели так сильно боятся этого самого? Не, ну
есть. Ересь есть такая. О, мельтерепла. Это я возьму. Отлично, отлично. Мельтерепла. Болт карабин. Тяжкая, да? Возьму-ка я тяжкую. Что-то я мне подсказываю, что здесь мне не понадобится этот самый. Так, у тебя был пистолет тяжелый есть, да? Нашел патроны. Все, у меня тоже тяжелый. Бля, он тяжелый здесь хорош. Прямо такой хлесткий выстрел, мощный. Мелочь вообще ваншотит. Ну что, пойдем? В сторону краснючки. Бля, какое освещение, конечно, ебаный в рот. И это не рейтрейсинг. Нет, это не рейтрейсинг. То есть, ну, технологии это хорошо, но арт дирекшн сильно важнее. Ебать там, по-моему! Братик, ты на кнопку нажал, весь район просто всполыхнул. Мне понравилось, красиво. Я сзади прикрою, а ты за давай. Я полюбил эти вещи. Вот это дробаш, я могу понять. Ты выстреливаешь, и там в районе все умирает. Ну это не дробаш, это какой-то огнемет, я не знаю. На близкую дистанцию. Типа. Да, огнемет близкого и, так как это сказать, скомпенсированного... О, кстати, боеприпасы. Скомпенсированный такой огнемет, который всю мощь огнемета, вместо того, чтобы плеваться им постоянно, он просто... Ух! И оно, блядь, просто сожгло все к хуям. Очень круто. Ебать, ненавижу этих говнарей. Ненавижу этого говнаря. Блять, а он еще и босс. Босс. Ебать, он самонит, братик, целые зоны говна. Прям мелочь, мелочь моя, много мелочи. Ага, все остальные стреляют, принято. Да. Только спасайся от его этих зеленых, да. Хуй. О, он зоны сам он не сущий потом. Не попал. Кстати, здесь ящик с боеприпасами бесконечными, так что тоже стреляй. Я сажу все, что есть, мимо сажу. Надеюсь, Кайрон тоже стреляет по нему. Мелочь наспомнилась вон там. Вон там мелочь наспомнилась. Ебать, что это было? Блядь, он продолжает, сука. Да, он продолжает нас... Сука, а он может прекратить это делать? Или это за стенкой надо прятаться? А, понял, насквозь нее, понял. Я не понял, как это делать. Понял. Может, к нему надо пройти? Да, к нему надо пройти, его... Понятно. Очень долго держали. Не надо было так долго. Ну ладно. Век живи, век учись. Зоны. А, только зоны. Ага, мелочь наполнилась. Здравствуйте. Как мы говно не виделись. Задница меня вышла с таком. Пизда вообще, меня немножко сверху мелочь пограла. У меня хп не было. Кайрон подымет, ты главное отбивайся там. Сейчас надо на него идти, братиш, надо насквозь. Да, сейчас. Кайрончик, подымай меня. Кайрону не дает меня поднять. Далее, отлично. Хорош, Кайрон его хуярит. Пошел дамаг к него. Тропаж божественный, просто минус зона. Да. Прям как будто черной дырой стреляешь. Ну, сука. Где эта херь летающая? Вот он. Что это, блять? Причем у него что в голову, что не в голову, ему похуй. Патроны надо добегать до ящика от боеприпасами где-нибудь. А он, по-моему, там тушит. Ну, у него лоу хп, сейчас мы его убьем. Ага, насквозь, к нему бегу на него. Хуярь его, блядь, просто на мясо, давай, братиш. О, господи, что у вас там происходит? А, нижняя челюсть. Ага, подуй себе. Правильно, вот так вот его прям. Ножом на мясо.
Да? А мне очень хорошо было видно, я сбоку стоял, снимал это дерьмо. А у меня камера стуканулась. Завтра релиз, они отключают мультиплеер. Видимо, патчат будут. Нам нужно попасть. Блять. Окей. Это было охуенно. Да, босс прям такой, с тактикой. Все хорошо. Юпитера, мы направляемся к мосту. Доложить обстановку. Кажется, они правильно сделали, что они делали сразу кого-то. Это было верное решение. Видать, и первый Space Marine таким должен был быть. Но технологии не успели. Здесь, конечно, все разрушено. Так, первая же это самая аптека сразу тебе. Я думаю... О, следующий набор этого самого. Столов, чем это еще новенькое. Тяжелый болтер. Тяжелый болтер я взял. Тяжелый болт-пистолет, все. Это пофигу. И мельтобомба вот. Жить, но я не хочу. Бля, братик, тут кадианцев прямо танковое рубилово. Еба, а нам туда. Пошли, поможем. Да, туда, тут уже хуярило войдет. Мы их прикрываем с фланга. Как ты, блядь, подохла. Давай, братиш, хуярево. О, они бегут сюда. Я с пулика сейчас прикрою по ним. Не перегрелся бы. Мелкие, зеленые. Стреляю по ним. Будут долетать, взорвануть, суки. Трое больших и пачка мелочи за ними. Есть миличные атаки, сейчас я. Отлично. Подзимет тебя этот самый? Давай. Давай, сувенирчик, доставай! Блять, меня. Сука. Спора. Поднимает Кайрен, все норм. Иду помогать. Хуярево, братиш, так. Этот мой. Минус хэд. Красава. Что у нас? А, Кайрон. Добираю в голову его просто. Экипировка готова. Хотя патронов, конечно, немножко жалко, но да ладно. Пизда там. Слушай, а мы можем стрелять по ним, братик? По тем, кто к кадианцам бежит. Охуеть, блять, оно работает. То есть это физические модели. Вас подвести, братья? Сержант, рад видеть. Кадианцы закрепились на мосту, так что я решил предложить помощь. С удовольствием. Залезайте. В той стороне. Лейтенант, кадианцы запрашивают помощь. Езжай. Спасибо, брат. Ультрамарины! Удалось проникнуть под купол? Нет, милорд. Что происходит в храме Тассиан? Купол эвакуирован несколько дней назад. Немедленно вернитесь к основным силам. Нам приказано оставаться здесь. Кто приказал? Капитан Ферберн. Удерживаем позицию до дальнейших распоряжений. Врагов тут нет. Уходите. Но, сэр... Я отдал приказ. Простите, милорд. Должно быть, это какая-то ошибка. Капитан настоятельно... Они дезертиры. Нет, мы просто исполняем приказ. Вызывай своего капитана. Если вы дезертиры, я вас расстреляю. Капитан Ферберн, ответьте. Капитан Ферберн, ответьте. Засада. Thank you.
Прикройте! Блять, какой роллер-костер? Я танк увидел, я говорил, да, но, блять, я уже понял, что ты этот самый, ну, что-то нету. Я танк увидел, думаю, блять, ну сейчас на танке покатаемся. Хуй только привезли на танке. Тут началось это самое. Эти ёбаные хауситы появились. Твою мать. Казнить хауситскую морду, блять. Голову ему оторвать. Ты знаешь, кстати, братик, кто это? Это 15-й легион, это магия. Которые, короче, ну, я не знаю, они не маги называются, но это чаптер, который на магия, ну, на силе магии завязан, вот, и они поклоняются Дзинчу. Впервые в игровой серии, наконец-то, не Нургл, не этот самый принц, как его там забыл, а именно дзинчевские пидоры маги. То есть это хаоситы магической силы. Вот. Ну, сайкеры изначально, но, грубо говоря, это маги. Казни гондонов. Вот. К сожалению, их спалил релизный трейлер, поэтому я знал, что они будут. Молчал чисто пока... Не знал, пусть я начал использовать прикольную вещь в гугле, можно поставить неинтересно, либо никогда не показать эту тему. Да, всё. Чувак, да, знаю. Именно так теперь и поступаю. Я точно так же, братик, поступил. Прикол в том, что я узнал об этом, когда смотрел Chapter Master Валарака, очень известного ютубера по Вавате. И там вот слегка случайно была эта тема. В общем, я сам виноват, конечно же. Но я просто ждал, когда они появятся. И заметь, вот они для этой игры тоже... Во-первых, а во-вторых... Это что там за бомба была, что космодесантника просто... Ну, про в засаде, в смысле, имею в виду. Про засаду? Ну, какая-то огненная водная бомба, да. Которая просто космодесантников в шлеме... Дезинтегрировала, нахуй. Типичная спилс... Волчья тема, но обычно ты забираешь этот самый, как его, господи, мутацию, выбираешь из тела, чтобы она не попала, ну, к врагам. Ну да, да, ты геносемя забираешь, джинсит, да. Но мы постоянно стараем вокруг, вот это немножко непонятно. А я расскажу тебе, дело в том, что в этом самом, в, господи, Warhammer 40 000 Boltgun был специальный, забирают геносемя или же механикусы, или же апотекарии. Вот. То есть это должен прибыть специальный отряд, который достанет геносемя из солдат. Ты все правильно говоришь. Потому что по тому самому, по лору, приоритет номер один. Ну, оставлять нельзя, да. Нельзя оставлять. Миссии, ты дрейфишь, пока не придет механикус и не заберет это геносемя. Потом, потому что можно сделать. Да, потому что, во-первых, враг его захватит и закарабчит, а во-вторых, из этого геносемя не сделают новых, и это чуть ли не главная... Ну да. Задачу. Проблема. Все правильно, да. Потому что сейчас же век идет темный, и создавать новое геносемя сложно, долго, и технологии утрачены. Поэтому сохранять уже использованное — это прям чуть ли не главная задача. Все правильно. Но я видел, что механикусы это делают, забирают геносемя после поля боя. Вот. Здесь, видимо, допущение этой игры, но по-хорошему мы должны остаться были здесь, пока не придет этот самый, не заберет. Тем более, когда тут все хаосом нахуй поражено, чертям просто. Это ж пиздец, ты посмотри, это ёбаный в рот. Да, это Дзинча, товарищи. Вот оно, да. Я забыл, как они называются, но это вот 15-й легион космодесанта. У них была предрасположенность к Цайкерсу. Понятно, что они не были лоялистами. Предрасположенность к сайкерству и, собственно, на роду написано стать хаоситами. Прикрой его.
Я опять тебе все рассказывал, да? Да-да. Как не убивать, у меня плотный хер стоит. Да, Карен там в Солянова, придется стрелять по ним. Я к тому, что этот 15-й легион, я не помню, как их называют, но они имели предрасположенность к сайкерству. Им на роду было написано стать хаоситами, ну, потому что хаосит и сайкерство. Логично. Что они должны были... Что они поддались бы лоялистами, бы точно не были. Бошку тебе, сука, мочила. То есть вот некоторые космодесантники, я не до конца понимаю, почему они стали на сторону Хоруса. Но почему эти стали на сторону даже не Хоруса, а хаоситов, я очень хорошо понимаю. Потому что они в сайкерстве. О, ебать, меня убило, братиш. Прям... Да, совсем. Уничтожили меня совсем, да. Слава богу, его прикрывать на самом деле не надо. Да, мы просто должны пройти по кругу. Да, вот, тысяча сынов их называют, вот как, Thousand Suns. Только не солнце, а именно сынов, Suns. Солнц. Ну нахуй тебе любим. Изменник понес кам. Кстати, вот мне интересно, как у хаосского космодесанта это происходит. Дело в том, что они же не могут сделать геносемя и не могут себе наделать солдат. Они, конечно, усиливают своих солдат этим хаоситской энергией, но новых они не делают, насколько я понимаю. То есть, в теории, когда-то хаоситские солдаты могут закончиться, я вот о чем. Ну, пока как не сделают, это само не передадут. Освободи меня из хватки варпа! Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Ну, да. Праведный меч входит в их броню, как нож в масло. Блять, нам нужно варпать или что? Или вот эту хуйню разбить? Не хз. Не дайте себя обмануть. Хочет могу... А, временный эффект скверны, да. А внутрь мы можем туда зайти, интересно? Не, внутрь не можем зайти, пойдем дальше. А, внутрь дальше, а куда дальше? Не, никуда, да, я стреляю по этим там. Да, Кайрону помогаю. Предательство не сделало тебя сильнее. Мы просто точку респа их убили. Готов применить особый прием. Он разваливается просто. Тоже, кстати, удобно для них, не надо кровищу рисовать. Просто да. Пух и все. Выход заблокирован еретическим колдовством. Это алтарь. Так. На нем метка архиврага. Уничтожим его. Во, вот я так и думал, что это. Ну мы сразу это поняли, господи. Лучше космодесантники, чем космодесантники. Да. Ну хотя такую бицуху я бы хотел, да, что взял просто шоу. Я бы тоже хотел бы такую бицуху. Это точно. Так, че у нас тут? Болт карабин мощный. А, ну это снайперка. Что какое-то снайперское? Не, нихуя, я остаюсь. Да, я остаюсь. Может быть, по этим солдатам надо им по бошкам стрелять, но мне как-то неинтересно, честно говоря. Я люблю... Ты классу силу? Да, я люблю зажать правый стик. Я сегодня немножечко в колду поиграл. О! Ну, пока бета, я говорю, она должна быть, вот как мы с тобой вчера обсуждали, но она фритоплейной. Тогда, да, зашел, поиграл, может быть, денег дал, типа, от... Пожалел их, дал им денег. Но платить за это 60 или тем более 100 долларов за предзаказ... Никогда. Первый раз вижу его в таком состоянии. Ебать, они теперь... Ну да, это же хаосит, они же телепортируются, прям телепортируются. Бедный Империум, ебаный в рот. Сначала тираниды. Тебе боеприпасы нужны, братиш?
Слева, слева есть, слева есть, отойди. Я пока постреляю. Угу. Там сзади. Ага. Взял. Отлично, пройдем. А, вон, кстати, Кайрон там хуярится, туда его прикроем. Блять, а представляешь, наверное, когда втроем играем, то там он один, и он прямо просит помощи. Ну, а что там было вообще охуенно тогда? Ну да, типа. Что такое лазерная фузея, энергетическая винтовка с оптическим прицелом. Окей, возьму. Это, видимо, наверное, снайперка. А, так у тебя такая же, да? Да, это, наверное. Прикольно, давай на две снайперки с тобой. На самом деле, да, давай на две. Еще предатели. Ебать, разрывали эти, хорошая винтовка. Щелк только в кровавые ошметки. Блять, класс. Карен, как дела? О, блять, братиш, там говно полетело. А, у меня патроны кончились. Я все высадил. А, вон тут полный заряд боеприпасов. Коррупции? Они едят наши бабки. Так, этого я, короче, на мешко. Да, я его опять. Второго тоже бошку ему оторву нахуй. Люди, конечно, разлетаются просто на запчасти. Просто в ошметке. Давай, Кайрон, того хуёр. Так, патроны бесконечные, поэтому надо все-таки подобрать. А, вот они, вот. Блять. Сержант, проверить периметр. Есть, брат. Объяснись-ка. Объяснить свою ненависть. Объясни свое безрассудство. Предатели в долгу передо мной. И ты умрешь, чтобы взыскать этот долг? Смерть — это мой долг. Твой долг — служить Императору. Ты умрешь тогда, когда он велит тебе, а не из-за какой-то личной вендетты. Тебе все понятно? Лейтенант, вам стоит взглянуть. Люс наверняка там. Они используют какой-то щит. Алтари. С такими мы уже сталкивались. Они генерируют этот щит. Уничтожим их. А потом сотрем мерзких предателей с лица планеты. Похоже, бля, прям теншн какой-то. Я не слышал тебя, нет, да, говори. Потому что я увидел его ебало, такой поебалу. Не, ну он действительно немножечко... Да. Он немножечко, конечно, перегнул, но все равно. Он не перегнул, он был прав. Ну типа да, он подставил своих, да. Карен был не прав. Да. Я сменил снайперку на плазменный гранатомет, этот пулемет, как его там. Дробаш мой. Мастер Фон. Не, плазменный. Не мельтус. Да, а, понял. Сейчас пойдет. Как сказать, личный разговор. Не, слушай, блядь, ох, хауситы, когда втапливают, то они втапливают. А, понятно. Телепортируются, суки. Когда ты волк, ты волк. Ебать меня хуйнуло. Поднимает Кайрон, все норм, хуярик. Право, братиш, право. Я ухожу налево. Ага, я его сейчас. На тебя. Ничего насквозь. Это жесть. Да, они телепортятся, блядь. Так неудачно могут за спину тебя зателепортить, даже не увидишь. Прием подготовлен.
забираем обратно. Как приятно это делать! О, спасибо, братиш, что позвал меня погодонить в эту охуенную игру. Почему? Блять, просто кайфуха. Хуярит это все, просто разваливает. Пистолеты. Ну это... Блять! Да, обуздать. Да, и вызовет еще больше хаоситов, блять. Заебись, вот тема. Первая часть никого не научила. 100 лет понадобилось, чтобы вернуться, чтобы в то же говно внырнуть. Ну, блядь. Где голова? Да, вот я в эту хуйню буду стрелять, потому что... Да, это, походу, такая же хуйня, как у тиранидов. Да. На кот телепортнулась. Уверен, его тоже отлично, мясо. Где эта хуйня? Она куда-то улетела. Просто, блядь, с плазмы еблет. Сука. Чем это меня? Солдаты. Кайрон? Недалеко, ребят. Кайрон подымет мне очку и просто не дайся ему. И там наверху двое стоят. Бери первого, я тогда того второго пойду ебану. Благодарю. Что, у нас голова? И минус два. Только летающая хуйня может быть еще вылезет где-нибудь. Враги мертвы. Теперь алтарь. Хуярево, братишка. Там второй, видимо, за углом. О, патроны, патроны. Братюш, тебе надо? Да, 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 да. Давай, давай, патроны. У меня еще есть немножко. Блять, как они разлетаются, просто... Полная цема. О, хпшечка, я возьму тимы. Значит, он может испытывать боль. Это хорошо, да. Хорошая фраза, кстати. Вот, значит, он может испытывать боль и умереть. Это прям... Экипировка готова! По-космодесантски. А, тут даже ассембля. Ассембля. Он смердит, варвар. Чтобы установить бомбу. Презрение станет оружием. Сломать его. Смотрите. Вблизи нас он усыхает. Тогда а, надо внутри него стоять. Нужно разрушить чары. Таим. А сейчас там будут бежать всякие пидорасы, правильно я понимаю? Да, вагонами причем со всех сторон. Малочисленный, не малочисленный. Предвести их, почему я не прав, это еще легко. Точняк. Так, вдалеке немножко пидоров наспавнилось. Первый десантник мертв. И патрончики, да, это хорошая идея. Вперед. 28%. О! Это вы хорошо нарезали. Причем меня убило просто, сваншотило нахуй. Совсем сваншотило, я прям голову снесло. Да, походу. Я поддался красной атаке, я посмотрел, это именно красная атака была. Схуярило меня просто. Так, мы знаем, что тут. Слева-справа боеприпасы. Да. Так, это стимы я нашел слева, а ты берите, что справа лежат. Как у нас у всех будут стимы. Вот эти вот возьми. Пусть а будет. Вот, да, да, да. О, винтовочка с ГП. Блять, я, наверное, даже... Хотя плазма... Нет, с ГП, с ГП.
Винтовка с ГП звучит. Так, мельтобомба. Восполняю запас снаряжения. Я готов. Плазма инсинератор. Что такое плазма инсинератор? Ну, это вот то, что я бросил вместо ГП, наверное. Да, вот это вот он. Типа тяжелый болтер, только плазменный. Да, типа тяжелый плазменный да. Болтер. Да, 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 да. От него разрываются мелкие с одного выстрела, но он нагревается. Опять ничего. Он смердит вам. Это ничего. Сломать его. Смотрите. Вблизи нас он усыхает. Тогда держитесь близ алтаря. Нужно разрушить чары. Держимся. Вот здесь они будут, по-моему, первые. Прощелкались просто как эти. Очень больно. Смена магазина. Где этот, блядь, стрелок ебучий? Вон он. Эти ничтожества надеются нас остановить. Хуярило, братиш. Покажем всю глубину и заблуждение. Сука! Я же использовал вот так. Хорош! Иду. А, Кайрон подымет, да? Да пустишь ты меня, блядь! Твоя скверна нас не побеспокоит. Особый прием подготовлен. Затянем песню смерти, дружище. Оторванная голова нахуй. Запасаюсь патронами. С хпами у нас с тобой не очень, да. Полный пиздец, с хпами у нас с тобой. Готов применить особый прием. 50%, все норм. Ща еще полезут. Кто б сомневался. Армор есть, все норм. Я космодесантник, нахуй. Главное вовремя фаталити сделать каким-нибудь педиком. О, какой-то чувак прыгнул на меч. Второй арморчик восстановился, все норм. За патронами надо бегать, блядь. Ты тоже, да? Нашел патроны. Тут поближе нашел. Да, дробуш. Экипировка готова. Так, оно подмирает потихо. О, блядь, нарезались, сука, много, много гандонов. Блядь, ваншот. Ну не, я жив, я жив. Но он лицом меня ходит. Кайрен? Спасибо, Кайрен. Секреты, секреты, блядь. Да, Валь. Меня съели какие-то... призрачные змеи? Интересно, мы стартанем со старта или с вот этого?
со старта. Ну, это было ожидаемо. Где вы меняли пушки? Тут мельтаганы всякие валялись. А внутри есть другие пушки. Сзади. Что ты хочешь взять? Был набор пушек, не знаю. А я тут тупо обойма. Что-то более скорострельное. Цепной меч. Потому что явно дробаша не хватает. Ну да, у него еще немножко этого нету. Долгая перезарядка. Нету немножко. Да, тут там надо все время стрелять, а... О, хорошая винтовочка. Лучше будет, чем это. Возможно, инсинератор. Это что такое? Это болт-карабин-разжигатель тройной. Да. Гранат что-то нету, блядь, хороших. Мельтобомба есть внутри. Мельтобомба мне не понравилась тоже. Доставить, потом взрывать, типа, как мина. Чё такое себе. А, вот тут вот слева, да, я сейчас возьму. Стимы. Собираю припасы. Надо включить. Давай. А, да, я забыл совсем. Да. И там вон справа, вон стимы, я вижу, прям отсюда вот здесь. И тут это на самом деле разные пушки, братик. О! А, нет, это микроплазменный, это то, что я сейчас ношу. Он словно живой. Он достаточно быстро стреляет, но где-то тут было другое что-то еще. Окулус был карабин, сойдет. Вот. Так, сейчас я вот сюда брошу одну. Подниму другую. Все, и буду готов. У меня две шоковые гранаты. Гранаты где-то были. Пошел? Да, тут было еще где-то. Ну да. Да вроде все. Все, что было, ну, все, шли. Погнали, я готов для второй волны. Я там оставил мельтобомбу. У меня есть еще одна. Я после второй волны побегу вот сюда, вот к этому самому, и туда я кину еще одну. Угу. Я подержу тогда на вот эту вот большую хуйню шоковые гранаты. Этих мы быстро бы забрали. Посложнее будет вот с этими. Пускай я сюда появлюсь, я им покажу кучки массы. Okay. Телепортеры хуевы. Вот. И так легко убивать. Прикрою. А чё ж ты не добиваешь, брат Кайрон? Тогда дай я. Вот, молодец. А ментовка с ГП, кстати, лежит, братиш, в углу. Там он слева. Это прям хорошо. Эти ничтожества надеются нас остановить. Покажем всю глубину и запустить. Держать оборону. Хорош. Это сейчас было хорошо. А где телепортер? Телепортер пошел на Миско. Еще кто-то. Ты его, братиш, убьешь? Куда он телепортнул, сука? А вон он. Вот, суки, а. Много-много-много гандонов. Ебаный в рот. Так, стреляют. Сейчас попробую под скилла. Есть. Первый стим пошел. Так, где еще? Сзади. На мне двое. Че, пожди, мелочь. Попытаюсь, но я могу не дожить. Бежал. Живу как могу. С новыми силами в бок. Готов применить особый прием. Так, тебя подымут?
Ты вот как раз тех двух нашел, которые... Да, и меня тоже подняли. Не подняли, задавнили Кайрон. Больше погибать пока что нельзя нам. Так, гранату держу по-прежнему. Боеприпасы пополняй прямо сейчас. Да, уже. Есть, у меня тоже фулы. Так, граната шоковая очень хорошая, потому что она их застанет в одном месте. Только они там нарезаются. Блять, они наверху. Нормально. Я поставил. Хорошо, первый труп, второй труп. Вот здесь вот. Вот он. Бля, я его почти успел. Да, не издалека засадил. Красная, красная атака! Сука, просадили, но я жив. Ну, в смысле, не совсем мертв. Карл будет помогать. А я пока подужусь. Летит какое-то говно, аккуратно. Да, летит говно какое-то. Есть одному. Хорошо вошло. На нахуй, сука. Все. Мой. А ты тебя отправляешь? Да. И теперь Магину, блядь, возьмем. Хорош, братиш, на мясо его, блядь, лету нахуй его. Его же копьем, сука, в его же животе. Фу. Надеюсь, она все или сейчас будет болт, и в конце мы вообще охуеем. Ох, я хуй его знает. Ломайте алтарь! Трем, что? Чары разрушены! Лейтенант Тит, копью Юпитера. Доложите обстановку. Закончили ремонт, движемся к вам. Ждем у точки назначения. Император защищает. Император защищает. А вот наши пацаны. Копье Юпитера. Ждите эвакуации. Вас понял. Именем Императора, открывайте двери! Мориус Люс? Я обязан вам жизнью. Идем с нами. Куда? На боевую баржу. Принято, но я должен связаться с Нозиком сейчас же. Нозик мертв. Он мертв. Мертв? Ты его заменишь. Люс. Приближаемся к барже. Стыковка через минуту. Ваш источник. Он опасен. Я изучал его всю жизнь. Уверяю, он безвреден. В умелых руках. Гордыня. Гордыня? Зачем механикус вообще возится с неведомым? Мы лишь следуем воле амнезии. Слушаю. Тит, по прибытии надо доложиться капитану Акерану. Принято. Тит?
Капитан Тит погиб в мире гусеницы Грая больше века назад. Он умер, держа в руках источник энергии. Но даже Астартес не пережил бы энергии такой силы. Мориас Люс, за мной! Вот так вот, братич. Вы должны доложить капитану Акирану. Ну, пиздец. Да? Пойдем до капитана или здесь закончим? Ты как? Ну да, да, запасли чего. Да, да, мне очень интересно. Видишь, как оно? То есть его объявили мертвым. Что он, типа, источник этот держал, и он от этого умер. Окей, это логично. О чем это говорил Люс? Неважно. Ну как думаю. Неважно? Думай как хочешь. Это очень Брат, важно, Тит. Ты теперь должен помочь. Рассказать, да. Ночь? Ты едва не сорвал нам миссию, а теперь говоришь о помощи? Ну да, ну, блядь. Он не сорвал миссию, а ты скрываешь правду об артефакте хаоситском. У вас всех не очень-то хорошо все. Скажем так. Слухарины типичные. Да, с лояльностью. Друг другу и к императору. Нет у вас веры в орден. Вот где-то должно же быть доверие. А капитан знает про про Тита. Он же знает про Тайтаса. Еретики Астартес. Они замечены во всех городах Улиха Варакса. Все наши отряды уже заняты тиранидами. Мы были не готовы. Адептус Механику сказали, Аврора готова. И оружие тоже. Да, я понимаю, Тит. Только выбора нет. Мы можем хотя бы предупредить Калгара. Невозможно. Астропатический узел на Авараксе сейчас в полном окружении. Все попытки пробиться через орды тиранидов провалились. Можем сообщить по Воксу. Вокруг узла связи мертвая зона. Что-то блокирует наши сигналы. Нам надо туда попасть. Ты думаешь, я не пытался? Но тираниды уже перешли в контратаку. Мы отступаем в крепость. Дадим последний бой там. Покажи поле боя. Увеличить С3. Где же ты? Вот он, Тиранулья. Разведка не сообщала. Он там. Убьем его и разрушим синаптическую связь. Разбегутся, как крысы. Тиранулья — достойный враг. А если нет? Если ошибка? Я не могу слать людей в бой наугад. Нужно два отряда. Два отряда? Надо убить тирана Улья, найти источник помех и доставить сообщение на узел связи. Шестеро. Больше дать не могу. Не подведи. Сэр. Император защищает. Emperor protects. Блять. Мы не можем на этом закончить. Я про это же, братик, ты ебанулся, блять, какое закончить? Ты чё, алё, погнали. Погнали нахуй. Чё происходит-то?
Блять, когда эта эпичность закончится? Сука! А там еще третья планета, это только вторая. Ну да, в этом секторе. Ну их может быть и другой сектор внезапно, то есть тут же что угодно. Но мы пойдем сейчас миссию основную или кооп миссию? Я думаю, что миссия появилась. Ну он же сейчас говорил, что нужно два отряда по три человека. Если клан вызывает тебя по поводу моего неповиновения. То есть я думаю, что полностью признать вину. Пойдем к капеллану. Об этом я не докладывал. А, хотя нет, подожди, секундочку. На этом эту серию закончим. Сейчас остановлю запись и продолжим.